Всем привет! Сегодня у меня также видео с посылками маникюрными с Алиэкспресса, как ни удивительно. Наконец-то! Наверное, раза с третьего или четвертого до меня доехала эта краска для стемпинга голубого цвета от Nicole Diary. С официального магазина, кстати говоря, посылка. Пришла под конец срока защиты покупателя. Наконец-то! Я ее в течение уже, наверное, 2 лет пытаюсь заказать эту краску, и она ко мне ни разу не доходила с официального магазина Nicole Diary. А тут случилось чудо. Все нормально с ней, все рабочее, ничего не засохло, ничего не пролилось, все отлично. Также я заказала пластину из последних новинок. Это вот такие вот точки. Честно говоря, я вообще не надеялась, что мне с официального магазина что-то придет, потому что шло это все около 2 месяцев. Но я рада, что наконец-то оно ко мне все это пришло. Особенно краска для стемпинга очень классная. Очень красивая, яркая. А также следующей посылке мне пришел вот такой СТЗ-диск. Гравировка на нем не глубокая, но работает хорошо. Рисунки мелкие, подойдут на любые ногти. В общем, классная такая пластиночка, диск. Правда, у нее очень острые края, можно легко порезаться. Так, следующая посылка у меня прошла. Пластина. Название такое, что я язык ломать не буду. Рисунки... Снежинки очень крупные, а все остальные подойдут, ну, на узенькие ногти подойдут, но на коротенькие тоже, в принципе, есть рисунки, есть на средние длинные ногти, и, в принципе, тоже так же на длинные подойдут. Пластинка идет без подложки, края у нее острые, порезаться легко. Гравировка на ней не очень глубокая, но цепляет... и рвет ватные диски. И заказала еще один пульт для фотоаппаратов зеркальных Canon. К сожалению, к моему Canon 2000D пульт не подошел, он с ним не работает. В камерах более, так скажем, дорогого бюджетного сегмента, такие как уже идут 600D, 650D, 750 вроде D, к ним данные пульты подходят. Пульт идет с батарейкой, стоил он в районе 70 рублей. В моей камере не расположен ИК-порт, датчик, в общем. Поэтому пультик с ним не работает. Только будет работать проводной пульт, который вставляется в камеру, в разъем. Так, пришла мне пластина Хараноота. Я уже не помню, что я писала продавцу, но что-то было не так с предыдущей посылкой от него. По-моему, не хватало фольги в нем. И он мне сказал, сделай заказ, я тебе сделаю скидку. И он мне сбросил полностью стоимость до 1 цента. И я заказала такую вот пластинку с иероглифами и поросятками. Так, далее, это водные наклейки, это новинки этого сезона. Вот такие вот черно-белые в основном. И также немножко присутствует цветных рисунков. Как бы ретро, так скажем, минимализм. Здесь немножко погнуто. У продавца поначалу было заявлено 16 штук лот. Потом он в описании исправил, что набор состоит из 12 штук. Стоило это все удовольствие 85 рублей. В принципе, ценник он такой же и сохраняется по сей день. Рисунки достаточно таки крупные, не маленькие, интересные. Мне понравился набор, его очень много кто заказал. И главное, что он в течение месяца дошел до Нового года, еще и время даже осталось. Как ни странно, что слайдеры пришли достаточно быстро. Здесь не хватает по нумерации 1 или 2 номеров пропущены. Как бы через один получилось. Ну, также комплект состоит из 12 штук. Продавец как бы исправил свою ошибку. Классные слайдеры. Да, слайдеры. На водной основе. Так, далее неизвестная для меня посылка. Сейчас вскроем, посмотрим, что это такое. А, не прошло. Нет, прошло полгода спустя.
из магазина «Мандала». Мне пришли краски для стемпинга от Бон Прэти, белое и серебро. Заказывала я белую еще раз, повторно, потому что предыдущая у меня уже заканчивается, и хотела попробовать серебро от Бон Прэти. Полгода спустя. Все с ними, с бутыльками целое, упаковано хорошо, ничто не застыло, не засохло. Все рабочее протестируем в конце видео, точнее во второй половине видео. Это уже, наверное, последние флаконы такого объема. Остаются вот в двух магазинах, которые я знаю, которые я всегда оставляю ссылки, где еще вот продается черное, белое, серебро, золото и еще несколько цветов вот такого большого старого объема. Конечно, жалко, что Бон Прэти изменили флакончики на маленькие объемы, а стоимость оставили такую же дорогую, как и за большие объемы. Как бы я считаю, что это не совсем уместно, потому что, ну, 6 миллилитров или 15 миллилитров, ценник такой же, 150 рублей. Ну, как бы, жадность их уже замучила. Далее приступим к тестированию. Все как обычно.
Все пластинки очень классные, все рабочие, нету никакого брака. Очень рекомендую их покупки. Присмотритесь. Ссылки, как всегда, в описании. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. До нового видео.